Без громких слов и автограф-сессии. Так прошла презентация специального руководства для детских хирургов под редакцией известного во всем мире иркутского врача Юрия Козлова. Для рядового читателя научный труд о атрезии пищеварительного тракта вряд ли станет бестселлером. Однако для медицинского сообщества это настоящий клад, каждая страница которого весит намного больше, чем кажется. В списке авторов, а их 23 человека, находятся первые лица в нашей профессии. Не только российские лучшие детские хирурги, но и зарубежные хирурги из Соединенных Штатов Америки, Германии, Польши, Вьетнама. Это люди, которые на сегодняшний день играют первые скрипки в детской хирургии. И знания, которые размещены в этой книге, они смотрят вперед, в будущее. И это будущее за малоинвазивной хирургией. Операции без разрезов с использованием современных технологий уже несколько лет успешно проводят по всему миру. Каждая из них требует ювелирной точности и абсолютного знания особенностей патологий у маленьких пациентов. Именно об этом опыте рассказывает руководство. Научным языком в нем разобрали по полочкам все детали уникальных операций. Я могу сказать совершенно, как детский хирург, что эта книга представляет собой для детских хирургов, которые сейчас живут, действуют и которые к чему-то стремятся. Юрий Андреевич с Константином Анатольевичем и с авторами просто щедро поделился всем, что есть на сегодняшний день в детской хирургии мини-инвазивности. И все секреты там раздал. Приложили свою руку к созданию руководства не только хирурги, но и художники. Предвосхищает содержание книги символичная обложка. На ней кукла семи намдаковых материнства, олицетворяющая главный смысл научного труда. Жизнь и здоровье детей находится в надежных руках взрослых. Тема великолепная. Хирургия. И авторы столько людей, детей спасли просто. Да, и то, что изображением моей вещи, нашей семьи, они попали на обложку, и дай бог, они тоже каким-то образом участвуют в этом чуде. В скором времени книга выйдет в тираж, и нет никаких сомнений, что она станет настольной для многих детских хирургов. Иван Губин, Юрий Рябчиков, АСТВ.